Жалкое зрелище. Значит, грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. Суд в горах, да, но здесь, в Большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Вот хамло-то. Что? Сними это, пока не поздно. Это, между прочим, герб. Те мерзкие лилии. Пускай висят. У нас уже не Тимерий, дед, а Нильфгард. Да не в жизнь! Чё? Ведьмаки? Я с выродками не пью. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли, так и грифон шныряет. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Вредная скотина. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Ну ладно, про несчастье-то. Чем могу услужить? Водочкой. А вы чего изволите? Оживленно тут у вас. Так ведь все в пути. Один родных ищет, другой от фронта бежит подальше. И каждому зайти надо, выпить, ночь в тепле провести. Значит, война вам на руку. Пока она, конечно, так. Но по мне, лучше б мир вернулся. В такое время никогда не знаешь, что завтра будет. А денег-то дают за грифона? Пока нет. Раньше, если такое чудище в округе гнездо совьет, староста на награду в складчину собирал. Или ехал господину просить помощи.
А теперь староста даже в нужник без согласия черных не ходит. А господина, кажется, повесили. Вот и нет на него заказа. Жалко. Мы бы помогли, только не за даром. Покажи, что у тебя есть. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И... знаю, что это звучит глупо, но... пахнет сиренью и крыжовником. Не видал такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да... ее не забудешь. Может, кто другой вам подскажет? Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Спасибо за все. Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем рассохся. Тогда поспрашиваю про Йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Черные уже поля меряют. Да и пускай меряют. Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда! Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Говори живо. Была тут женщина, одетая в черное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что родоборы в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык от нему, если не заткнешься. В игре 4 фракции. Чего? Пустая трата времени. Скорее Земля станет вращаться вокруг Солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Оксенфуртской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что вестница войны лишь сказка. Вестница войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал.
За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны? Ровно наоборот. Я еду на фронт. Тебе жизнь не мила? Знания для меня милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Нильфгаарда собственными глазами, понять ее и описать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война — это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Война уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгаард, с другой — Редания. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, владык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за нее сражаться. Ха-ха. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Вообще... Почему нет? Отлично! Сейчас объясню тебе правила. Thank you.
так. Ты, оказывается, дока в этой игре. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в гвинт обыграет любого. Я запомню. Спасибо. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты ее видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Кто ты? Паршивый бродяга. Гюнтер Рудим, к вашим услугам. Бродяга — это теперь профессия? Когда-то я торговал зеркалами. Потому веселая молва окрестила меня также господин зеркало и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет... Так же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Меня ты тоже знаешь по балладам мастера Лютика? Твое здоровье! Ты видел Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгаардского гарнизона ее видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи, черная и белая, крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Мы, люди с Большака, должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости.
Ну что, выпил? Ага. Тогда упердывай! Нам здесь таких не надо. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын! Хватай его! Потанцуем? Не отпускай его! Приятно было познакомиться. Приятности ищешь? Не смотри на меня так. Сделал. Ну что?
Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю погнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я отдам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Сапог мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Не вошла кровь. Но не сильно, рана была неглубокая. След обрывается, но я смогу узнать его по ране. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь.
Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Подъем! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Непелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли! Поваляю! Я выпил! Не знал, что делаю! Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело! Вот поджигатель! Ведьма кого поймал! Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И кстати... Я ж кое-что успел вынести из пожара. Да и наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай.
Спи, деточка, спи. От сна здоровее будешь. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Я таких денег в жизни не видал. Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был. Отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Mm-hmm.
ничего больше взаймы не дам. Что-то шевельнулось. Эй, есть там кто? Ключ потеряла, бабуся? Нет, сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовой коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, на голову упали, чтоб по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Интересно. И что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он, должно быть, там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Откуда запах? Треснувший монокль. Интересно. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Вот и бесценная сковорода, только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а сажа, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней, глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую, не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. А,
Поджарю-ка я себе на ужин сиди.